Всем привет! Это молодняк. Остатки осталось. Что-то соби, что-то на продажу будем. Так, тянулся, молодежь. Сейчас. Золотый. И тут есть интересный. Два. Блин, что-то где-то пострадал, что-то в крови. А, вон он. Что-то у него был в крови. Может, за крыло вкусил. Крокодил. Ну, этих двоих надо. Угонить. Вон, короче. Один, блядь. Это разовощек, не такой прикольный. Ну, этих уже домики почти поснимал все вчера. Такие прикольные получилось двое. Вот, за черный. Там сидит наполовину синий, наполовину зеленый. Его грудь половину желтая, половину серая, синяя. И полоска есть синяя на груди. И камера не показывает. Хиба что если его поймать. Это тут так уже. Молодежи чуть-чуть пооставалось. Что-то по домиках. А ну. Ну, тут уже все должны вылетать. Уже яйца, блин, опять. Начать легко. Домики повешал и все. А закончить, блин. Протыкал птенцы, жалко выкидывал. Холодно, они потом сдохнут. Так что лучше вот так. И на эти двое желтых прикольно. Одного голова бледнее. Он перелоняет, будет тоже ярко. С красными глазами. Глаза красные. Если брать этого, вот у него черные глаза. Все красные. Ловушки тоже. Домики уже поснимал. На отдыхе. Такое количество, как у меня, то они сдали хорошо в этом году. Еще молодых осталось. Раз, два, три. Ох, да, ленинки. Вот еще штук 4 осталось. У нас уже похолодало, так нормально. Ночью уже вообще холодно. Внутри 19 градусов. И нормально. Вот интересно тоже. Опа. А вот. Позилу я прям. Чуть-чуть подсюда не запевать. Ну.
Короче, сонный час у них, отдых после обеда. После ужина уже, можно сказать. В розовощеках сейчас как раз луплятся, может по неделе их полупилось, некоторые еще луплятся, типа домиком, в этих вчера. Снимать, пускай сейчас сидят. Вот волнушка молода. Что покупное, что себе свое оставлял с первого выводка. Надо их просортировать-то, мешки поздавать. Буряк хавал. Морда красная. Это не хочет позировать. А ты будешь? Да. О, вот этот, что вверху, только вчера вылетел. Все время ходил. Это залез или залетел наверх. Тут тоже что-то нифига не было, не было. На зиму решили поседать. Третий выводок, вот это только он не дает. Поздновато. В прошлом году уже четвертый был. Такое время. Ну, а это гамадины. С 12 пар, с 15, я не помню, сколько их тут было. Это они так наводили, что я не знаю даже сколько их тут. Короче, лучше сюда не заходить. Ну, их тут нормально. Вот канарейки. Два кенаря и три канарейки. И кенарь молодые, да? Не заспеваю вот это вот. Что-то молчок у нас сейчас уже. Перед этим тарабанило. Вот чумеза, остатки. Это тут 40 колосков получается. Было 220, что? И вот. Красный на белом фоне. Завинка. Кенар. Ну все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.